Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. Только в августе в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Микс», «Росинка», «Март». Разбойник, который в воскресенье утром ударил ножом продавца и похитил деньги, дал признательные показания. Все произошло в магазине на улице Воровского. Мужчина отвлек женщину, поранил ее и забрал из кассы 25 тысяч рублей. В этот же день подозреваемого задержали сотрудники полиции. Все подробности в сюжете Сергея Пичугина. С места преступления пострадавшую женщину-продавца увезли в больницу. О разбое напоминали только пятна крови на выходе из магазина и нож, которым орудовал разбойник. По словам очевидцев, налетчик до совершения преступления заходил в торговую точку, проверял обстановку. Зайдя во второй раз, он отвлек продавца и нанес удар ножом, после чего забрал деньги и скрылся. Продавцу была оказана медицинская помощь, доставлялась в травмбольницу, наложены швы, оказана соответствующая помощь, после чего потерпевшая смогла оказать дальнейшую помощь сотрудникам полиции в составлении фотороботов, даче показаний. Подозреваемого задержали через несколько часов в квартире на улице Милицейской. Я готовился в шкаф. Они нашли. Вину свою сразу признали. По словам мужчины, на преступление он взял не нож, а резак для обуви. Якобы это оружие погуманнее. Я не убивать, она пугает, все получилось, так же превращение. В настоящее время лицо задержано в порядке статьи 91 УПК, решается вопрос об его аресте. Как выяснилось, вероятному разбойнику не хватало денег на выпивку. Часть похищенного он успел потратить, другую часть украденной выручки изъяли. Сейчас подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сергей Пичугин, место происшествия.